Вот так с песней школьники погружаются в атмосферу казачьего быта и творчества. Традиции предков и их устои казачата изучают через обряды. О казачестве всегда слава на Руси была. На Дону и на Кубани казаки поныне славят. К воспитанию юных патриотов в казачьей школе номер 8 в Краснодаре подходят системно. Ученики должны с первого класса знать, как раньше жили казаки, как вели себя и распределяли обязанности по дому. В учебном заведении ввели атаманское правление. Есть даже свой совет. Все как взрослых казаков демонстрируют ученики казачьей школы и безупречную строевую подготовку. Под присмотром хуторского атамана они маршируют не хуже солдат. Правое плечо вперед! Марш! Многие, кто пришел учиться в эту школу, слышали о казачестве еще с пеленок, от дедушек и бабушек. Но старшеклассники говорят, важно не столько происхождение, сколько состояние души. Для себя они уже выбрали свой путь – жить по казачьим заповедям. Казак должен быть честным, добрым, справедливым, уважать свою семью, свою культуру, народ. Вообще рассказывают, что это вольный человек. Но я думаю, что казак должен обладать такими качествами, как целеустремленность, патриотизм, и он должен иметь абстрактное мышление. Достойную смену казакам сегодня готовят в 76 казачьих школах. Также на Кубани действуют 7 кадетских корпусов. Новые казачьи объединения появляются и в высших учебных заведениях. Казачья сотня создана в Кубанском государственном университете. Удостоверение уже вручили первым 12 студентам. Среди них Андрей Максимейко, родовой казак. Интерес к истории ему привили с самого детства. Два деда Андрея участвовали в Первой мировой войне и Великой Отечественной. Для меня не было как вопроса, куда вступить, по какому жизненному пути идти, потому что с молоком матери я впитывал казачьи традиции и казачий образ жизни. У нас есть добровольческое объединение, где мы занимаемся благотворительностью, вот, но с началом спецоперации мы с ребятами объединяем юношей и школьников с целью помочь фронту, помочь нашим воинам, братьям-казакам. В зале драмтеатра сегодня собралось около 1000 казачат со всего края. Уже 5 лет все они не просто учащиеся казачьих школ и корпусов, а часть одной большой команды – Союза казачьей молодежи. Движение было создано в 2017 году по инициативе губернатора. За эти годы в ряды организации вступило 113 тысяч молодых людей. Плоды деятельности Союза сегодня продемонстрировали губернатору на площадке ежегодного съезда казачьей молодежи Кубани. Вениамину Кондратьеву презентуют мультимедиа-проекты. Так ребята оттачивают навыки владения шашкой в просторах виртуальной реальности. Пользуется популярностью вот очень сильно у детей симулятор рубки шашкой. В виртуальном мире у него может получаться, а в реальном мире? Ну вот, тренируется. Самое главное, что мы здесь можем посещать музеи. Вначале вы сказали, что это способствует изучению истории казачества. Вот это не просто способствует изучению истории казачества, а в доступной и популярной сегодня форме для молодежи, абсолютно верно. И вот здесь, и здесь мы на самом деле использовали должны любую возможность, которая сделает, абсолютно верно, историю казачества ближе молодым казакам. Вот в чем сегодня ситуация. И вот эта интерактивная составляющая именно в такой форме. Молодцы. Историю становления казачества изучают во всех районах Краснодарского края. Только так растят настоящих патриотов. 40-50 стен, начиная от Екатерины Второй и заканчивая сегодняшним днем казачество. Мы должны не стесняться. Не стесняться, где только можно, говорить о истории казачества. Потому что сегодня очень многие хотят, чтобы мы забыли про эту историю. А что мы, значит, мы потеряем сегодняшнее поколение, потому что я не раз говорил, дерево без корней подолгать не может. И отрезать корни, а это история, но у сегодняшней молодежи, это значит на самом деле уже практически ее упустить с точки зрения формирования патриотами, теми, кто сегодня на самом деле должен любить свою землю. Но когда они будут свое мышление, по большому счету, основывать на истории своих предков, как они мыслили, почему они так поступали, почему они именно, и в том числе и оказывались победителями, и они тоже будут победителями, и тоже будут так же поступать. Поэтому правильно вы делаете, я хочу вам сказать слова благодарности, вы должны говорить с гордостью о истории казачества. Особенно важно при этом оберегать молодые умы от информационного мусора. Для этого специалисты учат ребят различать достоверные факты от фейков в интернет-пространстве. Серьезный инструмент для одурманивания молодежи, да и жителей, но молодежь, она как
распознать ложную информацию от настоящей, точно должны совершенно уметь. А интернет, еще раз подчеркиваю, сегодня важная составляющая, ну, формирования молодежи, они же в нем, и убрать его невозможно. Он вокруг нас, мы в нем, и они в нем, поэтому надо просто научить. Создавая Союз казачьей молодежи, региональные власти ставили перед собой цель сплотить молодое поколение единомышленников вокруг общих идей, традиционных нравственных ценностей. Члены Союза не просто носят казачью форму и нагрудный знак. Они знают историю, чтят старших и всегда готовы прийти на выручку. Именно им, молодым и целеустремленным, предстоит строить Россию будущего. Я вот все время слышу акцент, что казаки, казачата, те, кто входит в Союз казачьей молодежи, это будущее казачества. Конечно, будущее казачества. Но я бы хотел, чтобы мы смотрели шире. В целом, будущее Кубани, будущее нашего края. И знаете, не принципиально, где вы будете лидерами, в казачестве, либо в какой-то отрасли экономики, в бизнесе. Но то, что вы найдете себя, я в этом не сомневаюсь, потому что вы уже формируетесь теми, кто любит свою родину, малую, нашу великую страну, и максимально нацелены на созидание, на сохранение казачьих традиций, культуры, нашей веры. Это принципиально сегодня важно. Вот той духовно-нравственной составляющей, в которой мы сегодня так нуждаемся, и сможете еще сделать много и очень много для того, чтобы наша Кубань еще стала более процветающим краем. Наш Краснодарский край – край большого потенциала. Но какой бы ни был потенциал, реализуют его люди, которые живут в нашем крае. Вот вы, в том числе, которые сидите в этом зале, вы и есть. И сегодняшний день Кубани, и будущий день Кубани, завтрашний день. Созданная на Кубани по инициативе губернатора Венимира Ивановича Кондратьева уникальная система непрерывного казачьего образования устоялась и успешно работает. И ваш союз занимает в ней особое место. К вам приходят, чтобы приобщиться к истории, традициям, культуре нашего края, пройти достойную военно-спортивную подготовку, научиться работать в команде, развить силу воли и силу духа. Верность своим устремлениям и идеалам казаки доказывают делом, отправляясь отстаивать интересы России в зону специальной военной операции. В рамках специальной военной операции более 500 представителей Союза казачьей молодежи Кубани приняло и принимает участие, выполняет боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Это люди, молодые люди, от 18 до 35 лет. Но молодежь подключилась здесь и для сбора гуманитарной помощи от Кубанского казачьего войска совместно с Союзом казачьей молодежи. Собрана и отправлена и доставлена нашим казакам-добровольцам, военнослужащим более 600 тысяч тонн продуктов гуманитарной помощи. В такое непростое время молодежи важно сохранить равновесие и не дать себя обмануть. Интернет полон фейков, цель которых – пошатнуть веру в свою страну и разъединить жителей России. Вы молодежь, которая умеет думать. И не верьте. Не верьте, где вы понимаете, что нет ни доказательств, нет ни источника информации, нет вообще ничего. Просто оголтелая грязь и оголтелая ложь. Цель одна – разъединить, а потом и уничтожить. Но уничтожить можно нас, россиян, нас, казаков, только разъединив. Будьте вместе. Поднимитесь выше своих амбиций, информации, этой грязи выше и сохраните друг друга. Тогда сохраним и казачество, и край, и страну сохраним. Союз казачьей молодежи – это больше, чем кадровый резерв для кубанского войска. Перед ребятами открыты любые дороги. Казаки могут попробовать себя в сельском хозяйстве, строительстве, на военной или государственной службе. И какой бы путь они ни выбрали, усвоенные с детства казачьи устои, нравственные идеалы, преданность родному краю будет тем крепким фундаментом, который поможет им добиться любых высот.